Я понял, сейчас. Алло, алло, короче, Глеб, тут у меня проект. Сейчас до 9 часов 15 минут. Ну, заходи, сейчас поможешь. Да, я все зажег. Сейчас поймешь все, пока. Для уйди с кадра. Продавайте каждый решет, говорите, что там при желании исполняется. Мы вас приглашаем. Мы за всеми. Там картины продадим. Никакой. Понятно. Никто не делает. Ничего не слышал. Мы хотели светящиеся картины предложить. Не, вы вот стойте там, где сейчас стоите, я вам все прокомментирую. Дело в том, что это часть инсталляции, первая ее половина. Мы сейчас снимаем видео, которое будет потом демонстрироваться в окне галереи Арка. То есть вы сейчас находитесь на первой половине, часть экспозиции, да. И вы вот сейчас уже берете, когда интервью, фактически делаете нам очень большую работу, потому что это часть экспозиции. Через час приходите посмотреть на себя уже в окне, который вот рядом с дверью с правой стороны. И вы как бы у вас тогда вы полностью поймете суть проекта. Хорошо. То есть сегодня мы выставляем в галерее Арка галерею Арка. Такой фрактальный принцип. То есть через одно мы выставляем ее же самое. Проект называется «Хора 1». Конец туннеля будет... Конец туннеля начнется в 19:30. 19:30. Да, и в конце туннеля вы себя увидите, прежде всего. 21:30. И сейчас мы снимаем этот конец туннеля. Сейчас вот происходит съемка конца туннеля. Вы участник. 21:30. На улице. Да, и увидите себя. Нет. Я бабу еще оставлю. Сейчас, секундочку, вы... На самом деле, вот она, экспозиция вон в окне есть, вон. Да. А
Да, да.